Промокшие, замерзшие, но с улыбками и хорошим настроением. Девочки-волонтеры признаются, хоть им и не разрешила администрация Рамуса раздавать георгиевские ленты в торговом центре, отменять акцию из-за непогоды нельзя. Люди, когда им даешь ленточку, они очень радуются, у них сразу как-то настроение поднимается. Они, особенно если это дается ветеранам, они понимают, что они не забыты, и что о них помнят, и что это их праздник. Они вот, ну, очень оживленно так реагируют. И это действительно так. Нижнекамцы брали ленты с удовольствием, ведь для каждого это не просто кусочек ткани, это память о своих героях. Для нашей семьи у нас дедушка в концлагере замучили, так он там и остался. У меня два брата погибли. У меня дед погиб, ну, в годы Великой Отечественной войны. Прадедушка воевал, да. Прошел войну полностью, все. Да. Память о нем. Волонтеры не только раздавали ленты, но и рассказывали о них. К сожалению, что она символизирует, знают далеко не все. Многие знают, но, к сожалению, в основном молодежь плохо проинформирована. Некоторые спрашивают, что это означает, что означает цвет. Ну, мы рассказываем, вот, то, что черный цвет – это цвет дыма, а оранжевый цвет – это цвет огня. 40 тысяч ленточек планируется подарить нижнекамцам в этом году. 27 апреля и 4 мая их будут раздавать с 5 вечера возле торговых центров. Георгиевская ленточка – это прежде всего символ памяти и уважения, поэтому и носить ее нужно соответствующе, не на сумках, обуви или в волосах, а вот здесь, на груди, закрепив вот таким способом. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».